Добрый вечер. В эфире новости ТВК. Я Ольга Тепляшина. Главные события дня. США разрешили использовать доллары для выплаты суверенного долга. Дефолт России откладывается. Буду ставить китайские запчасти, что-то бэушное подбирать. Магазины пытаются сдерживать рост цен на запчасти. Автослесари прогнозируют, на чем автовладельцы будут экономить. А страховщики ожидают увеличения угонов. Сегодня это особенно актуально в условиях усиления ограничений со стороны недружественных стран. Граждане России и Белоруссии теперь смогут свободно перемещаться в границах союзного государства. Премьер Мишустин заявил о снятии всех ограничений с 18 марта. В Красноярске снова эвакуировали несколько образовательных учреждений. На этот раз сигнал тревоги прозвучал в школе номер 7 и медуниверситете. Сегодня 22-й день специальной военной операции в Украине. В Минобороны рассказали, что подразделения ДНР продвинулись за сутки на 4 километра. Силы ведут наступление на Мариинку, Славное и Сладкое. В Министерстве иностранных дел сообщили, что переговоры с Украиной продолжатся завтра в режиме видеосвязи. Там стороны обсуждают политические и гуманитарные вопросы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что требования России на переговорах, цитата, «предельно ясны и понятны». Конец цитаты. Также сегодня стало известно, что президент Владимир Путин пока не планирует поездку в зону спецоперации в Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он уточнил, что пока нет в планах и встречи Путина в госпиталях с ранеными. Дефолт России откладывается. Минфин США разрешил России использовать американскую валюту в долговых расчетах до 25 мая. Благодаря этому решению правительству удалось погасить 117 миллионов долларов, сообщает агентство Bloomberg. Напомню, из-за специальной военной операции в Украине страны Запада заморозили счета Центробанка и запретили правительству проводить расчеты в долларах. Под арестом оказалась почти половина валютных резервов нашей страны – около 300 миллиардов долларов. Теперь США разрешает использовать доллары, но только для выплаты суверенного долга. С 25 мая правило будет ужесточено, и правительству для уплаты долга нужно будет получить специальную лицензию от американских властей. Цены на автозапчасти улетают в космос. Некоторые детали подорожали в 5 раз. Пока у владельцев округляются глаза, магазины пеняют на поставщиков, а сами стараются максимально сдержать цены. Автослесари считают, машины теперь люди будут ремонтировать реже, и это неминуемо скажется на безопасности. А страховые компании ждут роста числа угонов. Подробности у Виталия Полякова. В автосервисе Новодопьянова пока цены на свои услуги и работы не поднимали. Ремонтировать автомобиль и так стало дорого из-за роста стоимости запчастей, поэтому здесь пытаются сделать все, чтобы клиенты не отказывались от технического обслуживания. В автосервисе понимают, рост стоимости расходников, узлов и агрегатов приведет к деградации автопарка Красноярска и новым угрозам безопасности водителей, потому что ремонтировать машины будут реже. Буду ставить китайские запчасти, что-то бэушное подбирать. От других машин стоят. Меньше будут люди ездить на машинах. Будут больше стоять. Крупные сети автозапчастей тоже стараются сохранить старые цены на все, что возможно, лишь бы не отпугивать покупателей. У них ведь и так глаза на лоб лезут, когда они видят рост стоимости. Автомасла подорожали на 40-50%, запчасти из новых поставок в 2 раза, ксеноновые лампы в 3 раза, некоторые резиновые прокладки для ремонта подвески в 5 раз. Запчасти из Китая тоже дорожают, поскольку валюта поднебесной, юань, выросла по отношению к рублю в 1,5 раза. Детали российского производства стараются от этой тенденции не отставать. Компоненты в нашем отечественном производстве часто далеко не отечественные. Например, там позиция ГРАС, какие-то порошки взять, любая смазка синтетическая, любые салфетки, любые аккумуляторы. В общем, все что угодно. Сегодня экономика глобальная. И, как правило, было выгодно приобретать какими-то, не знаю, крупными партиями, да и просто разливать в России. Это сборочное, полусборочное производство. Да, даже этикетка, скажем, на наших аккумуляторах или на салфетках, она импортная.
И дорожают не только новые запчасти, но и, как это принято говорить, контрактные или БУ. Даже те, что продать не могли месяцами, теперь приходится отдавать с более высокой ценой. Ведь на закупку новых партий запчастей нужно больше денег. Если искусственно сдерживать стоимость, завтра оборотных средств не хватит, и покупатель столкнется с дефицитом. Не допустить нехватки деталей сейчас стараются и крупные сети, и небольшие авторазборки. Запчастей хватает. Что тут? У нас сколько филиалов по разбору, сколько разборок в городе? Порядка там 150. Наименование, наверное, фирм, которые конкретно работают. Ну, с доставкой будет тяжеловато пока. Но я думаю, санкции уберут, все будет хорошо. Так что кипиш какой наводить. Дефицита запчастей допускать нельзя, хотя бы потому, что он может привести к всплеску автоугонов. Компания «Альфа-страхование», «Ресо-гарантия» и другие ждут активизации автоваришек в будущем. В Росгострахе считают, что наиболее угоняемыми станут паркетники и машины, популярные в таксопарках. Виталий Поляков, Сергей Кашин, новости ТВК. Инфляция в России вторую неделю подряд поднимается выше 2%. Такой существенный рост цен за неделю. Максимум с 1998 года. При этом годовая инфляция уже достигла 12,5%. Так, с 5 по 11 марта потребительские цены в России выросли на 2,9%. Об этом сообщил Росстат. Больше всего в стоимости прибавил сахар. Подорожал почти на 13%. Заметно выросла цена на овощи и фрукты. В том числе помидоры подорожали на 12%, бананы на 11%, морковь на 3%. Кроме того, подорожали такие товары, как сухие молочные смеси для детского питания на 4%, соль на 3%, гречка и рис почти на 3%, овощные и детские консервы на 2,5%. Из непродовольственных товаров заметно выросли в цене лекарства. Больше всего корвалол, комбинированные анальгетики и поливитамины, в среднем на 6%. Стоимость детских подгузников выросла почти на 5%, растут цены и на бытовую технику. Телевизоры в среднем по стране за неделю подорожали сразу на 12,5%. Заодно заметно прибавили в рублях электропылесосы и смартфоны. Легковые автомобили иностранных марок выросли в цене в начале марта на 7%. Федеральная антимонопольная служба проверяет цепочку поставок сахара от производителей до торговых сетей. В ведомстве заявили, что проверяют участников рынка, чтобы не допустить задержек поставок сахара в магазины. ФАС отследит работу не только производителей торговых сетей, но и посредников. В службе отметили, что отсутствие сахара на полках магазинов связано с ажиотажным спросом, который, цитата, «подогревается недобросовестными организациями». Конец цитаты. Представители ведомства подчеркнули, что необоснованное повышение цен и создание искусственного дефицита недопустимо. В антимонопольной службе пообещали незамедлительно реагировать на такие случаи и пригрозили нарушителям оборотными штрафами. Напомню, на фоне сложной экономической обстановки в некоторых красноярских магазинах начали заканчиваться продукты. Самым востребованным товаром в продуктовых магазинах стал именно сахар. Владимир Путин провел совещание с правительством о мерах социально-экономической поддержки регионов в условиях санкций. Выступление президента длилось почти 40 минут, однако первую и большую часть обращения он посвятил ситуации в Украине. Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что у России нет цели оккупировать Украину. Сейчас операция, по словам президента, развивается успешно в соответствии с заранее намеченными планами. Кроме того, он заявил, что санкции, которые Запад вводит против России, бьют по самим жителям Европы и США. Говоря о санкционном и информационном давлении, Путин сказал, что Запад пытается расколоть российское общество и делает ставку на так называемую пятую колонну людей, которые зарабатывают и живут в России, но, цитирую, «ментально находятся в Майами». Конец цитаты. Экономической ситуации в России президент посвятил вторую часть обращения, около 15 минут. Владимир Путин пообещал увеличить минимальный размер оплаты труда, зарплаты, бюджетников и социальные выплаты. Глава государства отметил, что рост цен в условиях санкций сильно ударил по доходам россиян. Он также поручил правительству проанализировать эффективность мер поддержки для людей, потерявших работу. Безусловно, в новых реалиях потребуются глубокие структурные изменения нашей экономики. И не буду скрывать, они будут непростыми. Приведут к временному росту инфляции и безработицы. В этой ситуации наша задача – минимизировать подобные риски. В ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума. А также увеличим зарплаты в бюджетной сфере. Ключевую роль в преодолении текущих проблем
должен сыграть частный бизнес, который способен за короткое время перестроить логистику, найти новых поставщиков, нарастить выпуск востребованной продукции. Также Владимир Путин подписал документ, дающий губернаторам регионов дополнительные полномочия, которые позволят учитывать ситуацию в каждом отдельном регионе. Кроме того, он поручил главам регионов оперативно мониторить розничные цены на товары первой необходимости и лекарства, а также их наличие. Россия и Белоруссия снимают все ограничения на поездки между странами. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Граждане обеих стран теперь могут свободно перемещаться в границах союзного государства. Глава Кабмина рассказал, что 18 марта с полуночи по Москве исчезнут все ограничения на перемещение людей в рамках союзного государства России и Белоруссии. По словам Мишустина, обеспечение свободного перемещения граждан позволит укрепить интеграцию в союзном государстве, что станет наиболее эффективным ответом на санкционное давление. Об этом мы говорили с премьер-министром Романом Александровичем Головченко в начале недели и согласовали с президентом это решение. Свобода передвижения людей важна с точки зрения развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных контактов между нашими братскими народами. Сегодня это особенно актуально в условиях усиления ограничений со стороны недружественных стран. Следственный комитет завел первые уголовные дела за распространение фейков о российских военных в Украине. Так, дело завели на блогера Веронику Белоцерковскую за публичное распространение ложной информации о действиях российской армии во время спецоперации в Украине. По данным следствия, в марте Белоцерковская выложила посты в Инстаграм с ложными сведениями об использовании российской армии для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей. Как сообщают правоохранители, сейчас Белоцерковская находится за границей, решается вопрос об объявлении ее в международный розыск. А в Томской области на основании материалов регионального управления ФСБ возбудили уголовные дела в отношении жительницы города Северск и в отношении жителя Томска. По версии следствия, они размещали в соцсетях и мессенджерах фейки о потерях российских военных, а также об их действиях в Украине под видом достоверной информации, которую якобы получили от очевидцев с мест происходящих событий. Сейчас суд избрал в отношении этих подозреваемых меру пресечения в виде запрета определенного действий. Напомню, закон об ответственности за фейки о российских военных вступил в силу в начале марта. Максимальное наказание за его нарушение – 15 лет лишения свободы. Далее мы прервемся на короткий анонс и рекламу. Телефон редакции 200-00-65. Напомню, новости ТВК есть во всех социальных сетях. Самую актуальную информацию смотрите в Телеграме, ВКонтакте и Одноклассниках. И, конечно, на сайте tvk6.ru. Сканируйте QR-код, который вы сейчас видите на экране, и переходите по ссылке на все аккаунты ТВК. Подписывайтесь и помните, что ТВК не только ТВ. В Красноярске снова эвакуировали несколько образовательных учреждений. Сначала детей вывели из школы номер 7 в Советском районе. Об этом новостям ТВК сообщили родители школьников. Учеников отправили во дворец труда, который находится недалеко от школы. В управлении образования сообщили, что в школе сработала пожарная сигнализация, поэтому детей эвакуировали. Так положено по регламенту. Пожара не было, учебный процесс уже восстановили. Примерно в это же время эвакуировали медицинский университет. Как новостям ТВК рассказали студенты, тревогу объявили в 9 утра. Сначала сообщалось о пожаре, позже учащимся по громкоговорителю сказали, что в университет пришло сообщение о минировании. Студентов вуза вывели на улицу, после чего в здание зашли пожарные. По словам учащихся, в здании университета работали и полицейские. В полиции нам обещали выяснить подробности позже. Добавлю, что в Красноярском крае возбудили 33 уголовных дела из-за сообщений о минированиях учреждений. Об этом сообщил начальник полиции Александр Речицкий. Также арестованы двое подростков, которые могут быть причастны к рассылке сообщений о лжеминировании. На них завели уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Юношам грозит штраф от 700 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до 8 лет.
Несмотря на снятие части коронавирусных ограничений, массовые детские праздники в красноярских школах и детсадах пока под запретом. Об этом заявил глава управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. Он отметил, что пока сохраняется запрет на массовые мероприятия, проводить любые праздники больше, чем для одной группы или класса, по-прежнему нельзя. Это касается и школьных выпускных. Добавлю, что на этой неделе в крае сняли масочный режим, который действовал более полутора лет. Тем временем заболеваемость коронавирусом в нашем регионе по-прежнему снижается. За сутки положительный ПЦР-тест получили 477 жителей Красноярского края, в том числе 116 из них проживают в Красноярске. Выздоровело в 6 раз больше. На поправку пошли 2815 человек. Скончались 25 пациентов. Статистика по России в целом примерно такая же. За сутки ковид подтвердился почти у 39 тысяч россиян. Выздоровело в 4 раза больше, 112 тысяч. Скончался 561 пациент. Депутаты законодательного собрания готовятся к плотной работе над предложениями правительства края по мерам экстренной экономической поддержки. На втором заседании третьей сессии парламентарии отметили необходимость найти новые подходы к работе во время экономических и геополитических сложностей в стране. Каким решением пришли депутаты, в репортаже Дмитрия Шхузина. Сейчас, мне кажется, такое время, когда мы все отбрасываем какие-то разногласия и объединяемся для решения общих задач. Сейчас во всех эшелонах власти только и разговоров, что о том, как сохранить устойчивость экономики. В повестке второго заседания третьей сессии законодательного собрания более 30 вопросов. Среди них закон о гаражной амнистии, создание краевого фонда развития промышленности, льготные тарифы на тепло для отдельных населенных пунктов. С отчетом о работе органов внутренних дел на сессии выступил начальник краевого главка Александр Речицкий. Однако главное, о чем говорят депутаты, это, конечно, стабильность экономика края в период санкций и ограничений. Буквально в ближайшее время правительство края внесет поправки к краевому бюджету. Мы имели возможность вместе с коллегами из исполнительной власти уже поработать над теми приоритетами с учетом задач, которые ставит глава государства перед регионами, с учетом позиций и решений губернатора края. У нас сегодня нет возможности откладывать эти решения. Мы понимаем, что это на самом деле первоочередные меры, связанные с обеспечением стабильности у нас здесь и социальной, и экономической сферы. Поэтому, ну, как говорится, напряжемся. Все в наших руках. В бюджете края уже на следующей сессии сделают акцент на увеличение зарплат бюджетников и уточнение расходов, которые позволят сформировать госзаказ для ключевых отраслей. Депутат Денис Терехов уверен, что сейчас необходимо отслеживать экономическую ситуацию почти ежеминутно. Я думаю, что, конечно, налоговые каникулы – очень правильная мера. Очень правильная мера – это снижение налоговой нагрузки на бизнес и реструктуризация долгов. Очень правильно, что в Красноярском крае сформирован штаб. И очень правильно, что осуществляется постоянный мониторинг, потому что все так быстро меняется, как вот шутят некоторые коллеги, горизонт планирования у нас из 10 лет превратился в 15 минут. По мнению депутатов, сейчас очень важно обеспечить защиту малого и среднего бизнеса. Это часть экономики, которая платит налоги в наш регион. Вдобавок, это многочисленные рабочие места. При этом, по мнению депутата Максима Маркерта, акцент помощи не должен смещаться только на бизнес. Не нужно сеять панику. То есть, в принципе, экономика стабильная. Есть, конечно, у нас споры с правительством по поводу каких-то подходов. В частности, именно с моей стороны, это рост зарплаты. Я думаю, он должен быть гораздо существеннее, чем предполагается. Но, тем не менее, посмотрим. Отнесемся к сложившейся ситуации на месте сейчас. О ключевых изменениях и мерах поддержки красноярцам станет известно уже 7 апреля. Тогда депутаты проведут очередную сессию краевого парламента. Она должна была пройти лишь в конце следующего месяца, но депутаты ее перенесли, чтобы не терять времени. Дмитрий Шхузин, Вадим Кравченко, новости ТВК. Норникель выплатит дополнительное вознаграждение каждому работнику. Об этом топ-менеджеры компании объявили на прямой линии с сотрудниками. По итогам первого квартала каждый работник горно-металлургической компании получит единовременное дополнительное вознаграждение в размере ежемесячной базовой зарплаты, но не менее 50 тысяч рублей. Это решение принято президентом Норникеля Владимиром Потаниным. Норникель обладает достаточным запасом прочности для выполнения всех своих социальных обязательств. Поэтому мы приняли решение поддержать коллектив. Такие слова Потанина приводят в пресс-службе компании. На указанные меры Норникель направит 20 миллиардов рублей. Особо руководители компании отметили, что продолжается реализация инвестиционных проектов, направленных на рост производства, снижение влияния на экологию и повышение качества жизни в территориях деятельности.
Норникель планирует в этом году найм новых сотрудников. У нас с вами большая инвестиционная программа и большая потребность в квалифицированных кадрах. Мы не планируем сокращение где бы то ни было на любых наших площадках. Более того, мы намерены сохранить все наши социальные программы. И это, конечно же, наши важнейшие направления, связанные и с санаторно-курортным лечением, и с развитием корпоративной медицины, и с жилищными программами. Я уверена, что нам это все удастся сделать и даже развить. Общественники обнаружили очередное нарушение порядка вывоза мусора в Красноярске. Они утверждают, что отходы незаконно везут в район давно закрытого сортировочного комплекса Левобережный на Северном шоссе. Хотя по территориальной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами мусор туда вывозить нельзя. Активисты обратились в Министерство экологии, но, по их словам, внятного ответа не получили. Подробности далее. Как видите, тут вообще уже и горят отходы. Общественник Павел Гудовский занимается экологией в Красноярском крае. Недавно его организация обнаружила странный объект на Северном шоссе. Туда ежедневно вереница самосвалов привозит тонны мусора, уверяет активист. Однако по официальной схеме обращения с отходами весь мусор в Красноярске должен вывозиться только на полигон автоспецбазы в Емельяновском районе. Никаких объектов на Северном шоссе в документе не прописано. Мы заглянули в территориальную схему, чтобы посмотреть, что это за объект такой, куда заезжает у нас мусоровоз с коммунальными отходами. И увидели, что на самом деле никакого объекта в рамках территориальной схемы, в рамках движения твердых коммунальных отходов просто не существует. Мы обратились с заявлением в Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края с тем, чтобы они, ну, во-первых, провели проверку данного факта, ну и если там все законно, то просто разъяснили нам, что это за объект. В министерстве на запрос общественников ответили. Ведомство организовало проверку и заключило, никаких нарушений нет. Твердые коммунальные отходы на указанную территорию не вывозятся. Видео и другие доказательства, по словам экологов, министерством были проигнорированы. Министерством проведена проверка по фактам, указанным в вашем обращении, по результатам которой нарушение схемы потоков ТКО, определенной территориальной схемой обращения, утвержденной приказом министерства, а именно размещение ТКО на данном земельном участке, не нашли своего подтверждения. В итоге по документам получается, что никакого сортировочного комплекса или полигона на этом месте нет и быть не должно. Но многотонные мусоровозы буквально каждые 5 минут заводят сюда новую партию отходов. И так как в министерстве этого факта не видят, общественники обратились в прокуратуру. Мы направили в Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края официальный запрос с просьбой разъяснить ситуацию. Игорь Шишкин, Владимир Антонов, новости ТВК. На фоне санкций в аптеках резко выросли цены на лекарства. Сегодня несколько аптечных сетей в Красноярске лично проверил депутат Государственной Думы Юрий Швыдкин. Парламентарий держит на контроле обеспечение населения жизненно важными лекарственными препаратами. Депутат проверил наличие и стоимость лекарств в красноярских аптеках, пообщался с провизорами и фармацевтами, а также выслушал предложения от граждан. По словам Юрия Швыдкина, за последнее время стоимость отдельных наименований выросла на 3-5%. В этих условиях, считает парламентарий, государство должно максимально поддержать граждан. Я, откровенно говоря, считаю, что перспектива, возможно, уже будет и нерадужная. И мы должны к этому готовиться. Те пакеты законов, которые мы сегодня принимаем на государственном уровне, как раз и направлены на поддержание людей в этих условиях. И медицинская составляющая, в данном случае лекарственные препараты, это одна из основных составляющих. Исходя из бесед с людьми, с работниками аптек, значит, я еще раз убедился в том, что, значит, необходимо эти вопросы держать на контроле. Я выйду из комитета по здравоохранению, наш профильный государственный в Российской Федерации, возможно, подниму этот вопрос и на пленарном заседании. Вьетнам открылся для невакцинированных туристов, однако есть ряд условий для отдыха в этой курортной стране. Подробнее об этом и не только расскажем в рубрике «Новости коротко». Вьетнам открыл границы для туристов и восстановил 14-дневный безвизовый въезд для граждан 13 стран, в том числе России, даже для невакцинированных туристов. По новым правилам для въезда во Вьетнам воздушным путем иностранному туристу необходим только отрицательный ПЦР-тест за 72 часа до вылета или экспресс-тест, сделанный в официальной лаборатории за 24 часа до вылета. Сохраняется требование об обязательной медицинской страховке с ковидным расширением и покрытием не менее $10 000. Турист обязан обращать внимание на собственное самочувствие и в случае появления симптомов простуды сообщать о них медицинским властям.
областям страны. На острове Татышев открылся прокат велосипедов. В администрации парка рассказали, что часть арендаторов уже подготовили летний инвентарь. Арендовать велосипед можно в пункте напротив информационного центра. Аренда для взрослого стоит 250 рублей в час, а для детей 150 рублей. В парке добавили, что с арендаторами заключен договор на круглый год. Зимой в пунктах выдают лыжи и плюшки, а летом ролики и велосипеды. Озеленять центр Красноярска теперь будут по новому принципу. На проспекте Мира провели ревизию зеленых насаждений. Сейчас там растут более 500 разных деревьев и кустарников, среди которых черемуха, тополи, клены, березы, ясени, каштаны, сирени и липы. Однако теперь при высадке деревьев будут учитывать расположение объектов городской инфраструктуры, знаков, указателей и светофоров, так как деревья разрастаются и заслоняют собой обозримое пространство. Чтобы постоянно не проводить санитарную обрезку, решено засаживать территорию вокруг важных объектов кизильником, низкорастущими кустарниками. Их будут подстригать в шарообразную форму. Некоторые здоровые деревья пересадят на пустующие места. Работы начнутся уже весной. Соответствующий аукцион по поиску подрядчика разместили на сайте госзакупок. Готовиться к летним походам нужно весной. В новой серии проекта «Папа может» ведущий Сергей Григорьев показывает, как безопасно пользоваться газовой плитой и как научить этому своего ребенка. Всем привет! Вы смотрите новую рубрику на ТВК. Называется она «Папа может». Я ее ведущий Сергей Григорьев. Все потому, что сам стал недавно отцом, но при этом я сам сын, который в свое время рос без отца. И пропустил много важных моментов, о которых сейчас хочется проговорить, хочется научиться и научить других ребят. Те вещи, о которых может рассказать только настоящий папа. Сегодня мы будем подключать газовую плитку. Туристическую, переносную. Поможет нам наш приглашенный эксперт, приглашенная звезда Владимир Сидельников, менеджер туристического магазина. Владимир, привет. Здравствуйте. Готов зажигать с плиткой? Конечно. Ну все, погнали. Для начала разберемся, переносные газовые походные плитки, они вообще разных видов бывают или примерно все одинаково устроены? Нет, разные виды бывают. Есть также, как обычно, идет плита, есть керамическая, которой расход будет меньше у него идти, и, ну, как бы горение будет лучше. Есть также плитки, которые идут от больших баллонов. Здесь присоединяется баллончик, еще прикручивается один, через шланг идет, через редуктор, и также он работает. От больших баллонов, которые дома у нас стоят, да? Да, большие баллоны газовые идут, также все цепляется. Как бы все так же работает абсолютно. Окей, Вов, ну как сыну объяснить, как этой плиткой пользоваться? Вот встречаемся мы с ним и говорю: сына, смотри. Это фиксатор баллона идет, здесь уже поджигается все, через пьезу идет, регулируется газ. Вот щелчок она, такой. Щелчок, да, это искра. Все просто, берете баллон. А можно вот наклонять плитку, да, когда подключаешь? Ну вообще как бы историю, нежелательно, да. Как бы это то есть делать это стоять. Нужно именно вот в таком положении? Да. Хорошо. Получается, берете, вставляете вот сюда вот баллон, фиксируете его через... А, то есть даже давить баллон не нужно? Нет, оно само все нажимается, как бы все очень просто. Все, все подключен, фиксируете. Не было никакого... Нет, закручиваете, получается, до конца ведете, пошел газ. Газ пошел, да, и через пьезо поджиг. Все, все, готово. Газ горит. Выключаем. Выключаете газ, поднимаете. Щелчка никакого нет. Пьезо поджиг. Убираете фиксатор, газ вытаскиваете, но когда вытащите баллон, всегда проверяйте, что остаточный газ всегда сгорал. Для чего это нужно, остаточный газ выпускать? Ну, остаточный газ выпускается, чтобы у вас, если где-то в рюкзаке вы бросите плитку, или так будет стоять, и ребенок маленький там не подойдет, не подожгет, там, чтобы не погорело там ничего, и как бы, ну, газ сам не выпустился. Хорошо, говорят еще про эти плитки, что их бывает, выдувает ветром. Ну, многие, я видел, ставят какие-то картонки или железки рядом. Но вообще, картонки ставить возле газовой плитки не очень безопасно. Да, небезопасно. Поэтому сейчас на газовых плитках делают вот такие вот отсеки, чтобы не задувало ветром, потому что ветер весь уходит вот сюда вот по кругу. И также бывают у них разделки специальные, металлические, они ставятся вот так вот, сюда вот фиксируются. Есть разница в том, какой газ покупать? Вот какой газ для таких плиточек нужен? Ну, вообще газ идет весь вот такой вот одинаковый, все баллоны идут. Но у них есть разница между температурами. Получается, вот это, например, идет у них минус 10 градусов. Температура горения или что? Нет, это мороз, что он замерзнет минус 10 градусов. Минус 10 и все, газ уже не... Да, он будет мерзнуть как бы. Есть вот такой газ, который идет минус 20, уже это будет куда лучше намного. Он будет и гореть получше, ну и не замерзать, естественно. Да, также у них идет вот такие вот. Для которые... чего нужны такие горелки вообще? Ну, это разжигать также костер где-то. Вот дрова положили, у вас нет рожика с собой какого-то. Зато есть горелочка. Горелочку вставляете, бумажку какую-то, подкладываете под дровишку. Получается, вот она вставляется, у вас идет. И закручивается просто по часовой стрелке, да. Без всяких щелчков тоже? Да, без всяких щелчков. Вот сверху у них открывается газ, нажимается пистолетик, все горит. Также газ закрывается потом,
Все, приоткрутили, вытащили. Как долго можно этой газовой горелкой пользоваться? Потому что мне в детстве всегда говорили, ну, я как отец, наверное, тоже хотел бы ребенка предупредить, что нельзя полчаса стоять и вот так вот сжечь. Ну да, это, конечно, нельзя, потому что нагревается как бы сильно и может либо поплавиться, либо просто перестать работать. Вов, расскажи, ты сам-то еще не отец? Нет, я еще пока не отец. Но ты говоришь, у тебя есть много братьев и сестер? Да, у меня много братьев и сестер, как бы у меня само в семье четверо человек, как бы. Походы. Цена получается, и одна сестра. Походы гоняете? Походы ходим, да, бывает. Ну вот что для вас, как для детей, если вспомнить, да, детство свое, были походы? Это свобода и отдых такой. Свобода. Да, это прям на душе так легко становится, как бы, и хорошо. Да. Отдыхаешь всей душой, можно сказать. Спасибо тебе большое, Вов, за то, что объяснил нашим детям, сына тебе, как пользоваться газовой плиткой. На этом выпуск подошел к концу. Делитесь этим видео, если тоже хотите стать классным отцом и тем, кто хочет быть крутыми папами. Ну и оставляйте в комментариях свои предложения, о чем может рассказать только настоящий отец. Мы обязательно это расскажем. До встречи. Что делать, если при смене управляющей компании увеличилась вдруг квадратура квартиры или кто-то вскрыл тротуар на придомовой территории? Эксперт Наталья Балабина прямо сейчас ответит в рубрике «Вопросы ЖКХ». На каком основании около дома вскрывают тротуар на придомовой территории? Нужно ли это согласовывать с председателем или советом дома? Сначала надо понять, для чего проводится вскрытие асфальта возле дома. Первое, например, вы проводите благоустройство придомовой территории. Тогда у вас должен быть протокол собрания и производятся виды работ. Соответственно, и будет согласование с председателем совета дома, с советом дома. Если у вас ресурсоснабжающая организация по причине аварии, которая произошла на наружных сетях, проводит какие-то работы, тогда согласование с председателем совета дома не требуется. Для этого ресурсоснабжающая организация, ну, например, Краском, берет разрешение, получает ордер в администрации района, где находится ваш дом, на вскрытие асфальта и проведение работ. Ордер открывается на определенное количество времени. За это время ресурсоснабжающая организация обязана провести работы и привести в соответствие ваш асфальт, то есть так, как было, провести земляные работы. При смене управляющей компании мне поменяли квадратуру квартиры в большую сторону. Что делать? Вы пишете заявление в новую управляющую компанию, предоставляете туда все свои документы, а это выписка из ЕГРН на вашу квартиру, в которой четко будет указана площадь вашей квартиры. Причем начисления все проводятся без балкона. То есть, если у вас, вы получили ответ, что у вас увеличилась там площадь квартиры, стандартные балконы у нас, ну, в старых пятиэтажках 0,7 квадратных метра, то есть вы получаете ответ, обращаетесь в службу строительного надзора, и там разъяснят управляющей компании, как правильно производить начисление, что площадь квартиры не увеличивается. Это была Наталья Балабина, и я напомню, что свои вопросы можно задавать по номеру 200-00-65. Также пишите в Вайбер и Ватсап по номеру 8-923-165-45-00 и в любых социальных сетях ТВК. Ну, на сегодня это все новости. Если вы пропустили или не сначала смотрели выпуск, то можете увидеть его на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. Вся последняя информация на нашем сайте tvk6.ru. И помните, ТВК не только ТВ.